Всем здравствуйте, с вами я, Каролина Скай, гуляю по городу. Всех с 1 мая, такой первомайские тучки, дождик. Конечно, не обижайтесь, когда я говорю долгожданный дождик, да, кто-то говорит, что ты совсем уже с ума сошла. Я шучу, чтобы как-то придать настроение. Завтра день пасмурный, а послезавтра показывает хорошую погоду. Мне тоже уже дождик поднадоел, но я хотя бы поделала какие-то дела, да, домашние. Имею в виду, поработала по онлайну, хотя связи вообще, интернет очень плохой, поэтому работа такая относительная здесь. Даже не могу видео загрузить, да, которое для вас сделала. Ну вот гуляю. Топсе довольно ровная. Тут я куда-то пошла в гору. Переулок Шмидта ищу. Какие-то тут вот детские тоже площадки. Дворы, в принципе, как у нас в Сочи, да, тоже такие зеленые, есть такие дворики. Дома старой постройки, но очень такие уютненькие. Сегодня никакого не чувствую ни запаха, ни выхлопов, ни заводов. А Туапсе, да, это промышленный город, как это Новороссийск. Да-да, мне все говорят, что ты хочешь. Но сегодня я не чувствую никакого, да? Только цветами пахнет. Это радует. Очень мне этот город понравился. Доброжелательные люди, вкусная еда. Ну, погоды пока нету, а так все остальное хорошо. Вчера была на море. Позавчера была в парке с картинной галереей. Очень впечатлила. А тут, смотрите, вот тоже какой-то, не знаю, что там, какой-то мини-парк с зеленым городом. Вау. Видимо, зеленый город точно в Сочи пораспределяли, кого куда, да? Вот он где есть где. Очень здорово. Так. Местечко попасть, но я решила все-таки его найти пешком. Но, к сожалению, почему-то интернет. Я как-то не думала, что интернет не работает. Штатские, небо такое черное. Все бы хорошо, да. Мне говорят, надо было раньше, да, про интернет спрашивать. Поэтому я уже своим трафиком, что касаемо, так сказать, живых встреч, так про это вообще тут молчать. Ну, уже не буду никуда дергаться, как есть, так и в следующий раз уже буду с интернетом что-то искать. Вот такие домики небольшие. Тут мне говорят, иди в гору, там все найдешь, там все поймешь. Ну, посмотрим. Немножко поснимаю, потом надо будет глянуть в карту. Тут дома, тут больше гаражного типа, тут вот такие 4-5-этажные дома. Дождик так то накрапывает, то не накрапывает. Но сегодня должен еще хорошо пойти. Поздравить всех, да, с 1 мая. Всех с праздником, с праздником. Так. Это у нас... Ой-ой-ой, как музыку вырубают. Вот такая вот красота. Заборы почему-то тоже зарисованы. Только я похвалила, да? Ладно, будем считать, что это строительные заборы. Потому что в Краснодаре везде они изрисованы. У меня прям был ужас. А, судя по всему, вот там, вот туда мне надо поворачивать. Ну-ка. Нет, это Сочинская. Где-то переулок Шмидта, не знаю. Сейчас посмотрим, что за эта улица. Мельницкого Богдана. Судя по всему. Ну, еще немножко пройдем. Кого-нибудь надо спросить будет. Сегодня народ, погода плохая, не сильно хочет разговаривать. Много приезжих, которые, в принципе, разболтались, но они не знают, где это, но готовы поболтать. Так. Тут мне объяснили, в гору и налево. Ой-ой-ой. То мне вот сюда. И здесь даже нет светофора. Ну, попробую. Не знаю, как тут дорогу переходить, правда. Так, так и переходить, наверное. Быстро и уверенно. Светофора нет, просто пешеходка. Так, а тут какая улица? Ланждатский. Так, остановки везде. Да, можно было поехать на такси. Показывала около километра мне, куда я запланировала свой поход. Ну, ладно. Сейчас у девушки спрошу, может, она подскажет. Так. А подскажите переулок Шмидта. Переулок Шмидта. Вот сюда вроде? По-моему, да. Спасибо.
Вот начинаются наши любимые горы, но это еще не такие, да, как в Сочи. Хотя в Лазаревском тоже есть такие горы. Так. Это Сакура, да, если не ошибаюсь, это как раз и есть Сакура. Все дело. Сакура цветет. С весной всех поздравляет. Фу. Надела шапку, а сейчас мне стало жарко. Легкую. Мы идем дальше. Тут вот частный сектор. Я в эту сторону вообще не ходила. Я ходила всю к морю, к причалу. Море понравилось. Вчера так бушевало. Ну, собака спит. Ну да, и показалось, что мне до него далековато идти. Очень вкусно мне вчера покормили, друзья. Вон кто-то выкинул розы. Может, какая-то девушка психанула и сказала, нет, я не буду их брать. Так. И такое бывает. В гараже, я тоже говорила, что в гараже снимаю. На самом деле, удивительно, тишина, покой. Такое впечатление, что я там одна живу. Тепло, хорошо. Такие вот дома там. Фу. Такая зарядочка каждодневная. С утра попила кофе, еще ничего не ела. Опять начинаю хотеть есть. Такие заборчики, за которыми ничего не видно. Машины не ставят, машины стоят. Наверное, может, это их машины. Иногда, да, бывает возле твоего дома. У нас тоже такое, навтыкает столько машин, а для своей машины не поставишь. Тут тоже как-то роза. Непонятно, то ли это было всем раздача роз, то ли в каком-то... Чего? Ну, холодно, честно сказать. Холодно. Я одела теплые штаны, которые я одни брала. Относительно теплые, да? Думаю, зачем я их брала? Раз в Краснодаре одевала, так это припрело. А здесь прям сам раз. Потому что я с утра выглянула с домика, с гаражика. И поняла, что холодно, друзья. Очень холодно. Конечно, я одела легкую такую кофточку. Такие уже тут дома клубного типа. Красивенькие, наверное, тоже как гостиница. Куда я иду, я не знаю. Куда-то я иду. Кого-то что-то спрашивают. Такие, как Краснодар, кирпичные. Вообще в Сочи мало кирпичных домов почему-то. Не знаю. Вот кирпич у нас там недорогой. Почему-то как-то что-то и не встретить. Так. Какие-то тут продукты. Пивные. Сейчас у кого-нибудь что-нибудь надо спросить. Посмотреть, какая-то улица. Тоже крана. Переулок Шмидта, надо посмотреть тоже. А подскажите, переулок Шмидта, где тут? Где-то говорят, там не знаете? Сегодня у нас все не знают. Да, вот до этого все знали, это я перехвалила людей, да, видимо. Не, ну правда, может, не знает. А может, правда знает. Ладно. Так как все равно я хотела прогуляться, шашлыками зато пахнет сильно. Что-то они там и готовят. Гражданский 2. В общем, такая вот у меня прогулка под тучи. Аренда. Предложите дешевле, если найдете, что такое, напишут на арендах. Такие вот домики. В целом старого типа, но я думаю, что они уютненькие. Ну, здесь вот я иду, пахнет то шашлыками, то какими-то пирожками. Видно, тут люди любят приготовить. Кушать захотелось еще больше. Тут такая зеленая зона, как Кудепсти, я вспоминаю, но там, конечно, не сравнить. Дом весь был оплетенный, как будто попадаешь в какую-то сказку. Некую сказку. Джоли, что-то еще тут. Куда я ушла, не знаю, куда-то я иду. Может, я еще не дошла. Гражданская 1. Надо выключать телефон, смотреть навигатор. Мини-маркет такой вот. Мне интересно посмотреть не только море, да, и центральную улицу, а именно как вообще, да? Вообще я решила... Каждый наш, так сказать, прибрежный городок, когда будет время, где-то на несколько дней, может, на недельку приезжать, останавливаться в разных местах и смотреть, какие плюсы, минусы. Таким образом и вам, дорогие зрители, будет тоже понятно, да, хоть немножко тоже, как выглядит город, что тут есть интересного. Конечно, я не смогу там за 3-5 дней изучить все, но хотя бы вот... Здесь мне понравился прекрасный парк городской с картинами. Прекрасная небольшая набережная. Что еще? Море, хоть и далеко до него идти, но
Очень вкусно меня там покормили. Кавказская какая-то столовая. Как идешь с левой стороны почти на выходе. Я прям в шоке была. В хорошем. Борща, домашние пельмени. В общем, супер. Пойду искать, в общем, где этот переулок находится. Судя по всему, я на такой точке, где нужно куда-то поворачивать. Направо, налево, так как я здесь первый раз. То, в общем, надо еще потрудиться поискать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, что тут еще можно посмотреть интересненького. И как вам Туапсе? Кто-то, может, тут был, а кто-то, как и я, первый раз здесь. Увидимся!